Здорово, друзья! Вот мы продолжаем проходить God Eater Resurrection. С вами, как всегда, я, Терминатор Топ Геймер. И мы продолжаем выполнять задания. Сейчас мы пойдем в лабораторию Клики. Она меня здесь звала. Вот мы даже можем сюда это продемонстрирую вам. У меня для вас сообщение от Лики. Вот оно, не могу отлучиться. Приходи в лабораторию, сейчас же. Ну, поэтому, раз она на меня здесь орет, сходим к ней в лабораторию. Она сейчас как бы заведующая лабораторией. Мы здесь с тобой одни. Что мы будем делать? Мне надо было с тобой поговорить. Помнишь оружие Линда? Как ты к нему прикасаешься? Дела идут не слишком хорошо, поэтому я пошла на крайние меры и обсудила это с доктором Сакаки. Он сказал, что оружие, вероятно, нужно вобрать в себя клетки Великого Крыла Ворона. А потом он сказал: у меня есть сообщник, поговори-ка лучше с ним. Так что вот, понимаешь? Конечно, понимаю. Этого следовало ожидать. Знаю, мы нагружаем тебя самой сложной работой. Ладно, не буду тебе мешать. Дело жутко срочное, понятно? Какое дело-то? Ради этой байды ты меня вызвала? У меня запрос от Лики. Сложность 9-я? Неужели открылась 9-я сложность? Мне надо починить оружие Линда. Можешь добыть некоторые материалы. Их точно можно найти в старом городе. Но там видели Ваджру и Ганнибала. Колющие атаки помогут победить их. Заранее спасибо. О, тише, подожди, кто у меня в команде-то? Сакуя, Сома и Алиса. Отлично. Они мне как раз помогут. Недалеко отсюда замечен большой Арагами. Удачи. Эх, Ваджру сначала будем отпинывать. Так, у меня, кстати, есть такое дело важное. Я могу улучшить свое копье. 9-я сложность-то, в принципе, уже открылась. Я могу улучшить. Отлично. Дамаг будет 450. Зуб кря-ящера. И шип принца. А на это что надо? Алый клык змея, святая защита змея. Походу, я это не улучшу никогда. Зуб криоящера. Ну-ка посмотрим. Зуб криоящера у меня есть, в принципе, может быть. А где чинить вещи-то делать? Зуб криоящера. Синтез. Создать материалы. Посмотрим. Кристалл гелиоса. Нимб. Зуб криоящера. Коготь, мох. Пепельный кристалл. Кольчуга змея. З. Это П. Это корона, кожа, покров, токсин. Насколько я знаю, зуба криоящера у меня нету. Я даже не знаю, откуда его добыть. Буфера короля. Они мне тоже не нужны. Панцирь. Я на З вообще ничего не вижу. Асе. Сделали бы они, блин. Душа принца. Шип принца. А мне нужен шип принца или щит принца? Вроде бы шип. Это мы потом уточним. Где зубы-то? Зубы, берегите зубы. Походу, у меня его нету, да? Коготь химеры, клык химеры, мех химеры, коготь якши, зуб криоящера мне нужен. Алый коготь Гаруды. Зуб Василиска. Ледяной рог Василиска.
Камень Василиска, броня Василиска. Огненный рог ящера. Алла, броня ящера, камень ящера, рог ящера, зуб. Где же ты, зуб? Эх, зуба-то нету, блин. Вот есть только вещи ящера. Укуна. А, укуна. Я думал, укупа. Думал, укупник. Камень укупа, укуна, глотка обезьяны, великий хвост, зуб криоящера. Только до половины дошли. Зе. Где же буква З? Почему нельзя сделать по... чтобы на одну букву начинались и пошел? Клык ангела, панцирь ангела, резец искристого огра. Зуб искристого огра. Возможно, зуб криоящера можно взять с... наверное, с ваджра хвоста. Тут уже вряд ли что-то будет. Замша. Охренеть, сколько здесь, конечно, вещей. Трикотаж. Алмазная сталь, никель. Говно! Нет у меня зуба криоящера. Где его вообще-то дыбаю? У тебя где-то вообще смысла ничего покупать нет. У тебя ничего нету. Никогда. Аптечки я купил. Понятно, у тебя вообще бичары ты постоянно. Так, задание на 9 сложности. Ваджру и... о, город. Где-ка там кто? О, Ваджра. Отлично, Ваджру мы сейчас. Надеюсь, дракон это не услышит. И мы Ваджру тогда быстро уже замочили. Охренеть! Как мне так быстро втащили? Что-то она кажется мне как-то здоровее стала, чем обычной. Ой, дракон сейчас нас увидит. Идите сюда, 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 сюда. Увидел, скотина, сейчас будем люлей огребать. Ах ты, дракоша, еще сюда пришел. Пошлите тогда отсюда. А, я хотел похилиться, блин, и не успел. Сом такой заорал. И меня похилил. Ты мигать-то вообще собираешься? Ну пожалуйста, помигай. Один разик помигать, тебе понравится.
Баджера в ярости. Но мигать она до сих пор что-то не хочет нихера. Что-то она какая-то мощная вообще. Там Алиса, да, отвлекает его? Нет, Алиса здесь. Сакуя, давай, отвлекай дракона, мы пока Баджеру замочим. Сакуя, держись! Немножко тебе осталось. Блин, он туда запрыгнул. Прости, дракон, время твое придет. Пока у меня вот противник. Да пошла ты, химера гребаная. Я же щит поставил! Против двоих, конечно, драться это капец. Чё, Ваджра какая-то мощная. Ты чё, химера? Хоть понимаешь, с кем мы ты связалась? Куда ты? Деритесь, держите его! Да, сейчас бы мне то копье пригодилось, которое быстро бегает. Что там выносливости много? Блин, жрет, падла же. Да что их искать-то? Вот он. Я без сознания, меня опять отпинали. Поднимем. Мне бы где-нибудь зуб крио ящера бы найти. Вот это, блин. Я бы тогда копье себе качнул. И тебе бы не показалось, Ваджра. Пожалуйста. На. Отлично. Мое. ХП. Да, бежим. У нас там еще бой с драконом. Ой, я бешеный, ты куда дал? Чего, а? Главное, Ваджру убили. 1-1 с драконом, я думаю, мы справимся. Ой, я тебе типа, пороже нечаянно дал, прости. Я хотел по жопе.
По хвосту хотел, точнее, втащить тебя. Ты бешеный. Девять патронов. О, сейчас постреляем, да? На... Они так-то нормально сносят. Это чё? Давайте захилимся. Дракончик. На тебе. Фаер. Может, мы куда-нибудь на улицу лучше выйдем? Где побольше места? Хилься. Ганнибал в ярости. Хильтесь. Я полечу ее. Голову разрушили. Его вообще как-нибудь можно убить? Или мы так еще не научились его убивать? А, я опять в состоянии... У меня 30 стойкости осталось всего лишь. Это еще 6 раз подохнуть. Ни хрена он там. Алиса в состоянии истощения. Прости, Алиса, не могу пока полечить. Похилиться надо. Бешеный дракон. Что, сальтушки делает задний, да? Чешуя разрушена. Получай. Своими же пулями. Сакуя опять сдохла. Отлично. Он мигает, кстати, давайте его добивайте. Ой, хвостом мне втащил. Отлично, сейчас мы в тебя будем стрелять. На. На. Блин, Алиса в состоянии истощения опять. Сакуя вообще подыхает. Полечи их. 600 хп. Кстати, я подох! 25 у меня осталось.
Давайте добьем его. Пожалуйста, умри. Нас не... Я опять сдох. У меня 20 осталось, блин. Сома, Сома, давай, полечи меня, братан, 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 братан. Это что, он взлетает куда-то? Что за взрывы? Нахрен я встал-то, блин. Я пока отойду. Похилюсь. О, есть. Цель уничтожена. Пожалуйста, по возвращении сразу же пройдите медосмотр. Хорошо. Броня змея. Мягкое железо змея. Мягкое железо змея. А у кого взять зуб криоящера? Мне бы. Магический кристалл. Ух! 14 минут. А, блин. Растение. Сальтуха. Напоследок. Сакуя. Побазарим. Не хочешь, как хочешь. Пройдоха. Дешифратор. Медленный яд. Оба-на. Винтовку еще плюс один. Клыки тигра и дракона. Каратель, жадное пожирание сверху вниз. Так, значит, вот мы выполнили задание на 9 сложности, первое. Так, надо купить аптечки. Ну, вот так. Сложность 9 открылась. Нихера здесь заданий! Восьмая сложность, заканчиваем. Два задания осталось. Три даже. Грязная бомба. Магматический борг Камлан и Ваджра обнаружены на заброшенном заводе. Уничтожьте рогами, стреляя дробящими пулями по клешням борга Камлана и в голову Ваджре. Ну, думаю, это задание не составит труда выполнить. Поэтому мы его сейчас выполним. Ваджру мы только что убивали. Но мы тогда убивали Ваджру, как-то она быстрее умерла. Надеюсь, Ваджра будет первая. А нет, Скорпион. О! Патроны я твои заберу себе. По ногам буду бить тебе. Что-то мне как-то копье дамажит слабо вообще, мне кажется. Мне кажется, я раньше побольше бил. Против двоих-то мы драться не будем. А нет, тут походу будем. Нахрен ты сюда пришла? Тебя сюда никто не звал. Парализован, есть. О, я подох. Я подох, я подох. Опять, как обычно, я подох. Возомнил себя капитаном неубиваемым. Блин, в каждом бою умираю по 5 раз. Жди меня, и я приду. Только очень жди. Жди, когда пройдут дожди. Вот смотри, по этой Ваджре вообще нехило дамаг проходит. По прошлой похуже было. Захилим. У меня что, уже 5 аптечек что ли осталось? А, это 9 было.
Меняйся на щит! Что это вообще было только что? Стой! Да нахрен мне твой щит показываешь? У меня свой есть. Отлично, он упал. О, блин. Ваджер, ты что творишь? Дай твоего другана замочу. Ну чего такое? А, Ваджра, тупая, со спины меня бьет. Как тебе нравится умирать? Сейчас умрешь. Кстати, Борка Млан начал мигать. Значит, мы ему нормально дамага нанесли. Он упал, упал. А, нет. Это типа его суперудар такой был, да? А вот сейчас он упал. Его реально можно пинать. Ты охренел? Вот был бы у меня хвост, я бы тебе так же втащил. У меня же только что полные хп были. Я подох. Сакуя подохла. Тупая. Тигр. Ну как, тебе нравится такое обращение с огнем? Ох ты, что здесь происходит-то вообще? Ваджер до сих пор не мигает. Он еще сил, что ли, набралось? Борка Млан вот мигает. Поэтому он сейчас огребет нехило даже так. Он даже еще упал, поэтому мы сейчас здесь будем бить на. Да я опять подохну, что за говно-то такое? Как они так меня с двух ударов убивают? Отлично, разрушили ему клетки Оракула. Кстати, он, наверное, уже... Еле как еще до сих пор мигает. Он, ну, блин, чё? Захилим. О, Борка Млан сейчас умрет. Я у тебя, пожалуй, это заберу. Меня похилила Сакуя. И это спасло жизнь мне. Но это не спасло жизнь тебе. Давай. Мы уничтожили Паши Борка Млан. Есть, минус один. Ни хрена по ней пробивают. Ну ч,
чего ты так? Не нравится, да? Получай. Чё бешеная такая? Вот задние лапы, самое слабое место у нее. Тут дамаг вообще капец нехилый проходит. У нее тоже, когда она в ярости, хп меньше тратится. Тигр гребаный. Ну, добьем. Меня еще, походу, добьют. Зря только аптечку потратил. А есть миссия легкая. Пришлось, правда, немного повозиться, но... Искристыми химеры, камень химеры. Искристый коготь химеры. Побазарим? Можете на минутку? Обещаю, надолго не задержу. Щит? Щит? Копье, готовность. Грязная бомба, 8 минут задания. А вот и ты, если есть время, посиди со мной, я угощаю. Вы разговариваете о персонале дальневосточного филиала. А вы обсуждаете привычки Коты, Алисы и у других бойцов отряда обороны. Я очень рада. Приятно слышать, что ты ладишь со всей командой. Спасибо. А вам спасибо за просмотр, друзья мои. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, играйте в игры. До встречи.